для учеников школы номер 168 путь к знаниям станет безопаснее и комфортнее. В рамках районного проекта «Дорога к школе» ремонтируют тротуары, прилегающие к учебному заведению. Ходили в школу по проезжей части, тротуара не было. Сейчас установлен заново тротуар, восстановлена дорога. Скоро дети будут посещать летние пришкольные лагеря, поэтому благоустройство территории крайне важно, отмечают учителя и родители. Это является, конечно, в первую очередь безопасностью для наших детей, потому что по этой дороге каждый день в школу ходит мой ребенок. В будущем она будет ходить уже спокойно по тротуару, где не будут машины мешать. Самое главное – это безопасность для наших детей. Вместе с пришкольной территорией ремонтные работы сегодня прошли во дворе улицы Ставропольской, рядом с домом номер 155. Он попал в акцию «Дорога к школе», а также ремонтируется по инициативе жителей. Они подали заявку на конкурс по благоустройству, собрали более 50 подписей, и уже к концу недели их двор и пришкольная территория обретут новый облик. Здесь также обновят тротуары и заасфальтируют дорогу. На сегодняшний день, если здесь говорить, подведена подготовка, установлены дорожные борта, подготовлено место для парковок, а здесь будет порядка 45 мест для автотранспорта. Это вполне устраивает всех жителей, которые в этом доме проживают. Проект вышел, жители поддержали, собирали подписи жителей, потому что же у них была там эта дорога. Жители тоже все согласились и прям очень даже дали добро, и подписи собрали, и все, проект у нас пошел. Ремонтные работы во дворе планируется закончить уже к концу недели. Площадь заасфальтированной парковки составит 260 квадратных метров, а дорожного проезда 530 квадратных метров. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События.